Нынешней зимой снега выпало как минимум в полтора раза больше, чем обычно, а это создает определенные трудности различным коммунальным и дорожным службам. В частности, подрядные организации, занимающиеся обслуживанием подъезда к президентскому мосту и прилегающей территории. Сейчас на правом берегу Волги ведется очистка от снега и наледи желобов, по которым в период активного таяния стекает вода. Общая длина стока около 12 километров. Работу ведут как с помощью техники, так и вручную. Сложностей добавляет большое количество осадков, выпавших нынешней зимой. Из-за этого и работы начали раньше обычного. В настоящее время работают как на подходах, так и на выемке 13 человек, плюс 2 единицы техники. С дороги мы очищаем лед, который скопился перед водопропускными лотками, чтобы убрать воду с дороги, с проезжей части. И на выемке убираем снег из лотков, чтобы осуществить пропуск воды. Работы по предотвращению паводка проводят и на других потенциально опасных участках на всей территории региона.